Посвящение в студенты. Первокурсники карагандинских вузов получили от главы города студенческие билеты. За торжественной церемонией следила Айгерим Бухтаева. Таким весельем, задором и радостью студенты со всех уголков страны приехали в шахтерскую столицу, чтобы получить специальность. Караганда издавна считается кузницей профессиональных кадров. Многие выдающиеся медики, инженеры, педагоги, строители, архитекторы получили знания в нашем городе. Асель Туганова приехала в Шахтерский край с запада страны, из города Актобе. В этом году она поступила в Карагандинский технический университет. Было очень тяжело, конечно, поступила именно в политех. Давно хотела, так как для меня это самый лучший университет Казахстана. Я с детства хотела быть металлургом, я часто смотрела фильмы об этом и увлекалась. Чтобы я смогла именно обеспечивать себя, помогать родным и близким, и особенно родителям, которым очень благодарна. Благодаря им я и здесь сейчас. Молодые люди города подготовили насыщенную, яркую и интересную концертную программу. Кульминацией посвящения стало вручение студенческих билетов. Эта торжественная миссия выпала главе города. Я хочу пожелать каждому из вас не бояться никаких трудностей и препятствий. Желаю вам интересной учебы, профессионального роста и жизнелюбия. Еще раз поздравляю вас со вступлением в сообщество студентов нашего города. С посвящением вас, дорогие студенты! Грандиозные ежегодные мероприятия посвящения студенты. Караганда – лучший студенческий город. В данном мероприятии принимают участие представители всех высших учебных заведений нашего города. В рамках программы состоится концертная программа, то есть это творческие номера учебных заведений. Отныне они не абитуриенты, а студенты. И, возможно, из присутствующих в зале в будущем выйдут хорошие политики, талантливые врачи и выдающиеся ученые. Айгерим Бухтаева, Арман Бектубаев, Никита Косых. 5-й канал.